Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы вас приглашаем на наш Петербургский международный онкологический форум «Белая ночь». Это будет 5-й юбилейный форум. Мы развиваемся и качественно, и количественно. Количество участников и спикеров форума растет. За этот период выросло более чем в 2 раза. В прошлом году приняло участие более 4000 человек. Интерес к форуму растет с каждым годом. И особенно в этом году. И не только потому, что проблема оказания помощи онкологическим больным становится все более и более актуальной, но еще и потому, что руководство нашей страны выделяет миллиардные инвестиции на нашу отрасль, и от нас с вами ждут прорыва новых лечебных диагностических технологий, внедрять их в клиники, в науки для снижения смертности от онкологических заболеваний, для увеличения продолжительности жизни онкологических больных, улучшения качества жизни. И эти все технологии должны внедряться на всех этапах оказания помощи, от федеральных научных клинических центров до районных поликлиник. Наш форум доступен для участия всех желающих из любого уголка нашей страны и даже за рубежом. Все секции и мастер-классы проводятся в онлайн-режиме. И все желающие принять участие могут не только видеть все операции, происходящие в операционных, но и задать вопросы нашим спикерам. В форуме примут участие более 150 зарубежных экспертов-онкологов. На секционных заседаниях они поделятся своим опытом, основными трендами, достижениями в онкологии, примут участие в дискуссиях. Наш 5-й форум проходит по мультидисциплинарной программе, как обычно, и очень интересен не только специалистам-онкологам, хирургам, химиотерапевтам, радиологам, но и специалистам других смежных специальностей, в том числе и экономистам, юристам, специалистам в цифровых технологиях, специалистам из смежных ассоциаций, в том числе пациентскими сообществ и благотворительных фондов. Традиционно на форуме будут обсуждаться проблемы разработки и внедрения программ скрининга онкологических заболеваний. Большое внимание будет уделено ВПЧ-ассоциированным онкологическим заболеваниям, и в этой секции примут участие сотрудники Международного агентства по изучению рака во главе с директором этого агентства будут сделаны соответствующие доклады. Вопросы профилактики амбулаторной онкологии, сопроводительного лечения, реабилитации, паллиативного лечения все больше и больше занимают место на нашем форуме, потому что мы понимаем, что без этих составляющих полноценной помощи на всех этапах быть не может, а с этим и связано качество оказания помощи онкологическим больным. Еще очень важный аспект будет рассмотрен на форуме – это автоматизированные информационные системы, цифровая онкология. И на наших секциях специалисты, разработчики доложат о своих наработках в телемедицинских технологиях. Мы с вами заинтересованы, чтобы наши молодые, ищущие врачи и ученые становились суперпрофессионалами. Поэтому мы расширяем количество секций, направленных на нашу молодежь. Мы даем им в руки лайфхаки, которые позволят им искать современные научные и образовательные гранты, инициировать собственные исследовательские проекты, писать статьи и публиковать в современных журналах, правильно организовывать общение с пациентом. Форум «Белые ночи» – это 4 дня активной работы, встреч, жарких бесед, дискуссий. И, конечно, это будет вне тех 13 залов, в которых одновременно будет проходить наша научно-практическая конференция. Мы позаботились о том, чтобы обстановка была деловая, дружеская. И, конечно же, этому будет способствовать город Санкт-Петербург, который прекрасен в период белых ночей. Мы готовились, мы вас ждем, будет очень интересно. Приезжайте к нам в Санкт-Петербург.